А в Великобритании предвыборная кампания сегодня официально стартовала. Чтобы завоевать голоса избирателей, у партии всего 7 недель. Какие стратегии выбрали главные политические силы и каковы их шансы, расскажет Светлана Чернецкая из Лондона. Все на старт. Не успели депутаты покинуть здание парламента, где только-только проголосовали за досрочные выборы, как партийные боссы уже отправились запускать свои кампании. Две главные политические силы страны, консерваторы и лейбористы, уже провели первые встречи с избирателями. Главе правительства Терезе Мэй последующие 7 недель придется уделять больше времени своим обязанностям лидера консервативной партии. Она обещает провести предвыборное время в разъездах по стране. Правда, между поездками ей придется исполнять и свои непосредственные обязанности. Сегодня, например, на Даунинг-стрит она принимала председателя Европарламента. Конечно же, обсуждали Брекзит. Выход из Евросоюза Тереза Мэй сделала главным лейтмотивом этих выборов. Суть этих выборов в том, чтобы выбрать сильное и стабильное руководство, в котором нуждается страна, чтобы пройти Брекзит и все остальное. Суть в том, чтобы укрепить наши позиции в переговорах с Брюсселем. Но вот главная оппозиционная сила, лейбористы, решили не идти на поводу титульной темы выборов. По поводу Брекзита им сказать особо нечего. Как и консерваторы, они поддерживают результаты референдума по выходу страны из ЕС. То есть в этом плане от конкурентов особо не отличаются. Поэтому решили пойти по проторенной дороге и в своей предвыборной кампании сделали ставку на традиционные обещания. Мы поменяем направление этих выборов. Все просто. Консерваторы – партия привилегированных и самых богатых. Против лейбористов – партии, которая отстаивает права трудящихся для улучшения их жизни. В стране, где в последнее время все проблемы, будь то медицина, экономика или миграция, рассматривают только с точки зрения выхода из ЕС, стратегия лейбористов игнорировать Брекзит кажется немного странной. А вот сработает ли она, станет понятно лишь по результатам выборов. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.